Приветствую, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем нашу кампанию за Рим, дом Корнелеев, на легенде с модом по тесту с Ultima Ratio. Усаживайтесь поудобнее, всем вам приятного просмотра. В общем, завершил я серию прошлую, ну и решил за кадром сдать ход. И поймал такой прикольный баг. То есть я только нажал кнопку «Завершить ход», меня тут же вот этот вот флотоводец, который, ну, атаковал мой флот, который блокировал новый Карфаген. Я думаю, да ладно. Интересно, а там, ну, гарнизон, вся фигня. И думаю, можно, конечно, принять бой, но смысл в том, что если я даже приму бой, они там, скорее всего, этот хрен высадится, получается, в город, и флотом мне там смысла их атаковать нету. Ладно, я отступил. Ход продолжился, прошел Карфаген, вся фигня. Снова появились лузитаны. Этот флотоводец берет, отплывает мой флот и атакует мне Сагунт. Прикольно получился. Интересный такой баг. Надо было все-таки это все это дело заснять. Ну да ладно. В общем, доплыл он до Сагунта. Приперлась сюда еще небольшая армия. У меня флот, гарнизон. Давайте отбиваться. Очередная оборона Сагунта. Не знаю, что получится. Тут у меня легиона рядом нету. Так что поехали. Итак, такой небольшой туманчик. Первым делом шлепаем, значит, флотоводца. Потом пойдем на высадку. Пока их там подкрепление добежит. Пока туда-сюда. У меня еще и не баррикад, ничего нету, как интересно. Так, вигилы с этой стороны встали. Рекруты тоже тут все позакрывают пока. Потом посмотрим, как они попрутся. Будем пытаться держаться. Удержимся, нет, неизвестно. Так. Все в стену щитов. У меня тут еще два отряда, да? Давайте в резерв. Толпа. Ну стой, я потом тебя выдвину. Так, акцент, застрелки. Так, и псы. Заползаем. Все, вроде никого лишнего не оставил. Поехали потихонечку. Чет флот. О, как хорошо-то, слушай. Огонь. Подползаем. Они все по морю, что ли, пошли? Хотя эти-то по суше вроде шли. Как они там? Как они на море-то оказались? Алло. Интересно, девки пляшут. Обычные снаряды и огонь. Так, ну тут у меня все в затупе, само собой, да? Вот, они наконец-то очнулись. Все огонь по флотоводцу, потом с теми ребятами будем встречаться. Хотя можно вот так вот проплыть, попытаться. Он стоит, балдеет, ничего не делает. Там одна кавалерия у них, да? Да. Давай-ка тоже обычным. Блин, на высадку поперли, да? А я отсюда достану? Хрена я не достану, они еще так вдоль краешка так плывут. Красавцы просто. Так, погоди. Иди-ка протарань его. И ты туда же, по тому же месту. Так, если получится перехватить, то будет замечательно. Короче, ладно, все баллисты. В ту сторону поехали. Вы тоже. Так, этого уговорили, да? Уговорили. Как тут дела у нас? Так, конница атаковала вигилов. Стрелки, подползай. Все, кто есть. Стену щитов убрали, подходим. Толпа, иди убивайся. Чё там, стреляешь, нет? Не, еще не стреляет. Давай-ка газу до отказу. Газу до отказу. Газу до отказу. Газульте. Так, а вот этих двоих я на высадку отправлю. Так, тут наши вроде держатся пока. Что там с кавалерией, как дела? Так, ну наши настреливают вот что-то же.
Так, режим обороны, давай, кидайся. Режим обороны тоже давай швыряй. Туда все в кучу. Так, врывайся. Все, пускай обстреливают конницу. Ты стрелять там сегодня будешь или как? Огонь. Так, еще один начальник убит, хорошо. Огонь. Давай, вот так хотя бы, что ли, пока ты ближе всех туда находишься. Шевелим, шевелим веслами, хотел сказать, копытами. Ускоряемся. Так, тут что, высадка пошла? Пошла. Нормуль. Как дела? Отлично. Дела замечательно. Стреляй. 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 Еще отряд остался. Ой-ой-ой. Так, а ну-ка. Дайте-ка я пальну по нему. Блин, выше. Стреляет, больно стреляет, зараза, есть. Все, отстрелялся, да? Следующий. Попаду, не попаду. Ага. Так сразу, что ли? Нормально. Мимо. Ё-моё. Неохота с ними на побережье возиться, если честно. Лови. Давай, 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 попади. Ну попади ж ты, твою мать. Так, у тебя патроны кончились, давай. Погнал. Все сюда, огонь. Есть, все. Замечательно. По последнему огонь. Там что, справились, не? Конница, я имею в виду. Да, конница кончилась у них. Последний отрядик осталось. Сюда пить и нормуль. Давай газовалку рубай. Тяжелый скутарий, потрясенный, говорит. Сейчас мы тебя потрясем. Как следует. Огонь. Огонь. Все, готовы. Победа. Не получилось. Очередная вылазка Лузитан. Ладно, завершаем битву и встретимся на глобале. Так, на дно, товарищи. Чего тихо, интересно, осталось там, нет? Да, один отряд конниц ушел. Денег дадут, хорошо. Блин, ну прикольный такой баг получился. Еще восставшие здесь, да что ж такое-то? Что ж мне так не везет? О, Массилия, молодцы. Рабов хоть погоняли, и на том спасибо. И ушел, зараза. Ох, и сиракузы мне помогли. Но не все так и печально оказывается у нас. Гоняют ребята рабов. Не пошли в атаку. Не самоны, здрасте. Решили мне войну объявить. Давай. Все присоединились. Да, все присоединились. Вы-то что? Да что, босса? Ой, как они меня задолбали. Накал. Так, а вот здесь придется биться, да? Здесь придется, блин, биться в любом случае. Поехали тогда. Погодка хорошая, птички поют.
Так, ребята попрут все сюда, скорее всего, да? Так, вигилы встали. Лесенки жечь смысла нету, да? Поэтому два отряда вигилов вот так вот, наверное, все перекроют здесь, пускай стоят. Здесь встали. Надеюсь, далеко сильно не убегут. Здесь встали. Так, стрелки. Да, твою дивизию. Неудобненько немножко. Стрелки встали. Здесь они меня не обойдут нигде. Там они на лесенках не подойдут. Все сюда будут, похоже, высаживаться. Значит, задача сдержать. Как можно скорее. Можно сильнее их здесь, да? И постараться расстреливать. Не знаю, прокатит, правда, нет. Так, генерал. Понятно, стой на месте. Иди сюда. Сюда. Еще отряд сюда поставим. Встали. Полезут, тоже будут огребать. Так, не знаю, что у нас тут получится. Где у меня там еще кто стреляющий-то есть? О. Немножко не особо неудобное поселение, я бы сказал. Так, они могут еще и сюда проскочить, да? Так, а мы вот здесь тогда вот так вот гладиатор поставим, чтобы дальше они уже не пробежали. Будет, наверное, ништяк. Или даже вот сюда их можно пихнуть. И все, и вот только вот здесь, чтобы они могли вылезти. Так, ну вот это наш подвижной резерв. Где будет совсем все печально, туда и попрется. Собаки у меня еще есть, точно. Так, а у меня тут... Где ближайшие ворота-то? Хотя на кой хрен я их просто спущу, да и все. Если ребята слезут. Плепсы. Плепсы, плепсы. Что с вами делать? Куда вы здесь? А пускай наверху стоят. Придерживают противника. Поехали. Поехали потихонечку, пускай ползут. Кто у него там есть-то хоть? Ну, у них там посерьезнее бойцы-то, я смотрю, там какие-то всякие кельты у них были, да? Наемные копейщики севера он. Нифига не весело. Потерял этого диктатора, и все, везде жопа. На фронтах жопа, гражданская война началась, рабы восстают. Республика, блин, почти на грани падения. Жесть какая-то происходит. Такое что такое? Туманчик такой интересный. Подползайте, давай, давай, давай. Подходи по одному. Так, готовы? Готовы все. Так, стой. Там еще стрелки всякие имеются, да? Ну, пускай по толпе стреляют. Не особо жалко. Сюда. Все, полезли. Полезли, полезли. Ждем-с. Так, я на всякий случай, наверное, часть резерва сюда сразу оттяну. Так, наши настреливают, нормально. Жидашка вот пристрелили, толпа держится. Так, ну они что-то все в центр ломятся, да? Плепс мы снесли. Хотят ворота взять, хрен вам. Огонь. Залетай. Огонь. Огонь. Резервы уже подошли. Встречай. Так, ты тоже, наверное, в эту сторону пошли. Oh!
Атакуй. Атакуй. Так, сюда больше никто не ползет, да? Накинули, что? Нормально накидывают. И здесь тоже неплохо. Правда, у меня-то одни резервисты в основном. Так, а куда у меня гладиаторы шиделись? Алло. А, вот они. Давай тут. Использую все свои плюшки. Кто ворота открыл? Алло, закрыл ворота обратно. Так, ну вроде что-то сдерживаем даже. Лезут и лезут, мы сдерживаем пока. Сейчас у них вся пехота втянется, чтобы не обошли нигде. Ну, красавцы, нормально настреляли. Нарезай, 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 нарезай. Ты тоже туда же. Так, псы, вы где у меня? А вон они. Давай. Отпускай. Пускай там грызут спустившихся. Сюда кидай. Ты тоже туда же. Так, вигилы потерь сильно больших не понесли вроде пока. Нормально. Патроны кончились. Хреново. Давай, влетай. Нарезай. Так, здесь тоже ребята бегут. Нормуль. Пока держимся. Гладиаторы, чтобы бешеные бабы. Киль, 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 говорит. Сейчас я вам накиляю по полной программе всем. Так, здесь нормально, сражаемся. Давай на помощь тогда. Здесь держим. Псы там добежали? Нигде не. А, вон они уже там все. Уже грызут. Так, ребята, по чуть-чуть отлетать. Жалко легиона у меня там. А, хотя у меня там есть где-то рядом легионы. Так, а ты где? А, ты ж тут тоже должен был типа расстреливать. Ну-ка, давай-ка вот сюда. Ломись. Так, конницы пошли ворота жечь, похоже, да? Так, а ты кто? Присяга, нормально. Тут один, блин, отряд присягнувших может меня разобрать. По присяге. Все, кто есть. По присяге. Что-то как-то она там скромно бьется. Где стрелки? А вон идут, отлично. На помощь. Так, ну здесь почти разобрались. Гладиаторов, наверное, тоже сюда отправлю тогда. Так, наверх не полезу. По присяге, что там? Как у них дела? Одного пристрелили. Целого одного. Чего не могу? А, все, патроны кончились, пошли. Цензы, стреляй. Стреляй. Сейчас еще элитные пацаны подойдут. Где они, кстати? А, вот они. У меня еще плед живой, нафиг. Обалдеть. Обалдеть просто. Там кавалерия что-то носится вражеская. Гладиатор, что вы там нарезать все не будете или как? Похоже, что или как, да? Так, патронов нет, нифига нет. Кстати, а ты можешь? Да, ты можешь, давай. Так, основные силы-то мы уже тут у них перебили почти. Хотя не, нифига, вон там еще лезут и лезут, да? Поможем немножко дамам наверху. Вырывайся. Патроны есть? Ну-ка, стой, иди сюда. Вон туда огонь. Вон туда огонь. Давай, 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 давай. Как-то не в бою, надеюсь. О, нормально. Хорошо зашло. Огонь. Так, здесь почти всех при это самое шлепнули.
Блин, лезут и лезут. Ты смотри, какие неугомонные. Ладно, хоть ворота еще пока не жгут. Давай, вперед. Патроны есть? Патроны есть. Тоже давай туда. Так, ты куда пошел? Стой. Стой на месте, не двигайся. Все сюда. Нормуль. Нарезай. Так, все лезут и лезут, лезут и лезут. Там кто? Крачники-пастухи. Присяга как? Ну, кого-то мы даже у них забрали уже. Тут они бегут еще и огребаются, нормально. Так, вся ли пехота закончилась, нет? По сути, вся. Так, вигилы стоят, перекрывают, а остальные все сюда погнали. Тоже туда же. Так, патроны есть, патронов нет. Давай, пошел. Прощай, опять куда-то ломанулась назад. Так, у этих пацанов тоже ни шиша нет, да? Давай, вырывайся. Перекрывай здесь. Гладиаторы вот здесь постоят. Если конница пойдет. Так, дамы. Есть там вам по кому еще шлепнуть? Но опять же, мне центр пока не вернуть. Сейчас конница безнаказанно просто расстреливает меня. Давай, сюда пошла. Не знаю, есть ли смысл стрелять прачниками по присяге. Чего они хоть не стреляли-то? Ну, неплохо. Стоим. Нарезаем. Так она уже внизу, типа, да? Давай. Че они там мечутся? Вы же как бы типа в тыл должны вылезти сейчас. Не? Короче, они, бедолаги, запутались. Где там у них кто горит? Че, кого? Так, больше тут по стенкам-то никто лазить не может, да? Давай сюда. Те, кто может, уже внизу. Присяга как там? 146. Генерал, подходи поближе. Пойдемте нарезать. Собаки там сгрызли кого, не? У них тут немного народу осталось. Надо вот как-то умудриться еще присягу перебить. И будет в шоколаде все. Как эти побежали-то, не? Давай сюда, наверное. Хотя, все, они уже. Они уже успокоились. Все сюда. Все сюда. Вигилы. Сюда. Закрываем центр. Давай, беги уже отсюда. 13 бойцов еще не убежал до сих пор, офигеть. Все, жмем присягу. Так, а ну иди сюда. Ты тоже сюда иди. Генерал может, нет, встать? Вот так вот хотя бы. 132, пойдет. Кто такие? Конная знать, ага. Расслабился я тут. Что-то тут какие-то серьезные прям рабы. На Корсике попроще были. Так, ты метать-то можешь, что, не? А, метает по чуть-чуть, давай. Ход. Что там от него? 113, нормально уже. Там еще эти хрень швыряет, да? Что, поворотом? Его сожгут. Так, копейщиков-то у меня хватает. Должны мы их хоть как-то сдержать. 105. Шлепните вы его уже. Все, что можно кидать, сейчас летит в присягу. А им по барабану. Они как стояли, так и стоят, да? Бешеные черти, блин.
Да не, нормально, тоже падает. На нашего военачальника напали. Тоже падает. Кто на него там напал? Кому он нафиг нужен? Он стоит сейчас из-под тишка потихонечку во фланг кидает. И никаких проблем у него там нету. Вот это там встали. Есть контакт. А, ну это еще полбеды. Там вот с этой бедой еще как-то разбираться надо, да? Хотя не, они уже очканули. Только, говорит, мы ворота прорвали, да? И разбегаются. Тяжелая победа. Завершаем и встретимся на глобале. Так, ну у него в основном конница, да, выжила. И часть стрелков. Так, на кол всех. Так. Да неужели 25 минут ход сдавали? Так, дипломат предал вас. О, зданию вернулся. Вот хоть кто-то. Так, умер кто-то из юниев. Разбойники. Просека и Сардиния. Припасы мне опять тут разграбили. А ты вообще это самое? Работаешь, нет? Число разбойников уменьшается. И нифига как бы. Так, что по порядку? Есть контакт. Горевать мои ребята, похоже, перестали, да? Да, перестали горевать. Все нормально, хотя бы порядок возвращается. Это уже радует. Рабов успокоили здесь. Так, здесь теперь что у нас? Так, Сагунт мы вроде бы отбили. Правда, тут восстание опять же, да? Достану, нет? Давай бегом. Достать-то достало толку. Ладно, отходи назад. Закрывай. Так, надо вот этого гада шлепнуть. Чего? Даже так? Это вот эта вот полевая армия, похоже. Ты флотоводец. Или нифига. Так, ну погнали. Итак, ребятки, сухая погода. Не знаю, откуда пойдет их подкреп. Куда они там выплывут? Может, со стороны берега все-таки? Не, вон они, с той стороны. Ну и ладно. Сейчас мы их шлепнем по-быстрому. Потом будем разбираться с теми ребятами. Так, пламенный включи. Поехали вот в сторону. Так, вы, наверное, тоже в обход. Так, а вы что не это самое? А, вы уже все, да? Одного приговорили? Разнесем лузитанскую полевую армию до полного счастья. Они все еще по этому стреляют. Молодцы. Я говорю, сюда стреляем, алло. Так, вот этот флот тоже сюда развернем. Шлепнули. Нифига не шлепнули. Блин, столько баллист залп дают, и хоть бы хны, да? А вот они сейчас начнут залпы давать. Попали. Короче, ладно. Вот эти двое, я думаю, разберутся. А нам бы вон с теми пообщаться. А все, разобрались, отлично. Пойдемте бомжей сливать. Подходим. Давай сюда, наверное, вот так. Вражеский военачальник убит. Стрелять можешь? Кого-нибудь, не? Чуть-чуть не хватает. Огонь. Огонь. Давай, топи. Газуль. 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 Уже полетели наши снаряды. Хорошо. И кого там, блин, пристрелить-то первым? Давай тебя. Цели раздаем и стреляем. Пока они там заняты нашими застрелами.
Как они там утопили кого, не? Да, кого-то утопили даже. Выстреливай. Бля, не успел. Сюда. Три отряда на слив. Как больно стреляет, да? Не успел. Так, ну они свое дело сделали, они задержали противника. Больше от них, в принципе, и не требовалось. Давай, подъезжай. Так, что успокоились-то? Огонь. Огонь. Пошло дело, да? Так, подплывай. Там они еще с кем-то сражаются у нас. А построение, конечно, моих баллист оставляет желать лучшего. Давай сюда. Ты сюда. Ты сюда. Так, надеюсь, они тут друг друга не пристрелят, а то всякое может быть. Так, обстрел идет, нормуль. Поехали. Поехали, если успеем. Если баллисты раньше не пристрелят. А, пристрелили все-таки раньше. Давай. Вот этого чертила надо снять побыстрее. Есть. Сюда пошли. Так, давайте конных стрелков, наверное, пристрелим. Быстрее. Давай. Есть контакт. Входи. Секретиво. И этого сейчас пристрелят, да? Да. Гребаные конные луки. Одно их. Так, интересно, эта хрень не отстреливается в том случае, но не? Не, не отстреливается. Все, отлично. Дотапливаем. Остатки. Все, кто у них тут есть. Еще один начальник. Так, вот этих надо побыстрее притопить. У меня тут такая толпа просто стоит. Настреливает. С другой стороны, они могут. Это может помешать, конечно. Давай со стрелков начнем. Есть. Следующие. Баллист, этот с кем там дерется, все еще понять не могу. Так, пока тут моих добивают. А эти все у меня по тонущему кораблю лупят, да? Есть, отлично. Побежали, да? Так, ну я постараюсь дострелять, если получится. И встретимся на глобале. Так, нормально получилось. Жалко, что у них гарнизон еще не пошел. 4000 денег, спасибо. Так, морские традиции. Замечательно. Так, ну хоть что-то, хоть где-то. Так, давайте смотреть, значит, что у нас тут по гражданке. Как у нас дела? Пацаны все еще на восстановление. Здесь они вообще у меня почему-то не восстанавливаются. Печаль, беда, да? Так, вот эту хрень хотел перестроить. Давайте с вас перестроим. Так, число разбойников. Давай, поставим. И эти все что-то никак не соберутся меня атаковать, бедолаги. Дай-ка эти диверсию устрою. Ага, устроил на свою голову. Теперь еще и не вижу ничего вокруг. Так, легион целый, легион целый. А где мой основной-то легион? Где-то носится. Он делся. Лю, гараж. Так, флот. А, вон он уже где. Красава. Давай в эту сторону. Ломись. Так, по наему есть что? Так, можем легионеров Сулы взять. Так, пока больше особо набираться сильно не буду. Так, а у тебя тут что?
прокачка вдруг неожиданно у ветерана. Так, флот, ладно, стоит. Здесь я набраться не могу. Можно здесь, конечно, атаковать, но я вот уже вторую серию что-то не решаюсь никак пойти в атаку. Так вот сюда надо ударить, на Бурдигалу. Могу. Хоть кем-нибудь. Пока он там не набрался. Наемники-то есть? Наемников-то нету, да? Наемников нету, к сожалению. Выдвигайся потихонечку вперед пока. Бурдигалу заберем. И разберемся уже с этими всеми гадами. И потом пойдем в контратаку на Испанию окончательно. Так, диктатор, у тебя там что? Так, наемный конный скутари возьмем. Долго у нас тут уже в Испании воюет, бедолага. Так, давай снова их в блокаду. Нехай сидят. Так. Ты работаешь. Мне бы еще капитанов проатаковать. Только чем? Сил не хватает, денег нет, ни шиша нет. Нифига не весело. Так, погнали постройки тогда пока. Я же все города отстраиваю. Так, Лаций, все есть. Галия теперь. Бибракта. Так, что лучше? Это или это? Так, так дает гарнизон, вся фигня. Что там выше, непонятно. Пища минус 3, порядок, рост. Доход 250, 6%, плюс 1 лимит армии. Доход побольше, лимит армии поменьше, да? Давайте военную пока поставим, если что перестроим. Так, вот это тоже отстраиваем, акведук. Пока перебьются, пища вроде бы у нас тут есть. В Галлии нету, к сожалению, пищи. Так, еще один город могу поднять. Далее, Сардиния, во. Давай по норм отстроим. И так дальше будем продвигаться. Так, восстания закончились. Порядок везде растет. Прям не жизнь, а сказка. Так, а здесь что у нас? Минус 22, минус 39. Но мы под защитой пока что, да? Надо бы их как-то угомонить на самом деле. Так, погоди тогда. Я там в панорм ставил, да? Третьего уровня. Так, Юлий, а ты где у меня, кстати? Ты чем у меня командуешь? Ага, это Корнелеи. А Юлий ничем не командует, может из-за этого они обиделись? Давай, в Боспорское царство иди. Так, а тебя уже не могу никуда, да, заслать, к сожалению. Че нанимаю? Не, ну, ребята, мне тоже нужно, деваться некуда. Так, Корнелеев, ладно, отправил. 7.39, да? Юлий 17. Может, мне его все-таки засунуть куда-нибудь на командование пока? Корнелея как раз вот этого заменить. Корнелеи пускай политикой занимаются, как вариант. Где единственный представитель дома Юлиев? А не могу. 4000? Не. Пускай он там сидит, балдеет. Поехали вперед. А нифига, что там у меня происходит? Прокачка флота пошла. Боевых всех кораблей, сражений с блокирующим флотом. Выстрелов минуту возьмем. Так, еще что-то было. Воитель еще один качался. Содержание минус 6. Тоже возьмем давай. Так, и все пока. Поехали вперед. Сейчас, наверное, опять будет куча контратак. Когда я, блин, доберусь до этих сепаратюк, я хрен его знает. У меня все перекоцанные, все перебитые. Вообще не весело. И другие дома эти вообще не вовремя нам гражданку устроили. Так, сиракузяне что-то все по моей территории ползают. Что им надо, непонятно. А, они через мои территории, похоже, пытаются в Африке там контратаку устроить. На Карфаген. Не знаю, правда, получится у них там что, нет. Так, где там у нас Лузитания или еще кто?
Пойдут куда, не? Не, в этот раз не пошли никуда. Видать, надоело огребать. Так, сепаратюги, что там будут делать, интересно тоже. Так, сиракузы, понятно, куда-то ломанулись. Сепаратюги на месте стоят, набираются, похоже. Атрибаты снова войну объявили. Да твою ж дивизию. Массилия не стала с ними, к ним присоединяться. Так, а в атаку не пошли, да? Ну, в принципе, у меня там прикрыто вроде поселение. Гелики. Да что, босс. Сколько же можно-то, ну ядрить твое налево. Опять битва с сепаратюгами. Короче, давайте я, наверное, эту битву уже за кадром проведу, чтобы серию не растягивать. Опять будет примерно все то же самое. И встретимся после нее. Ну, всех перебить не получилось. У них тут просто гора конницы, которая стояла, отгребала от башен, пока жгла ворота. Даже не успели они сжечь ворота. Я там периодически делал вылазки, там всякой толпой, всякой фигней. Короче, сами видите, они все перекоцаны. И, короче говоря, они даже ворота не умудрились сжечь и разбежались в разные стороны. Так, давай-ка пока в плен. Денег 2000 дают. Надо не забыть здесь легион собрать или подтянуть какой-нибудь, добить их по бырику. Так, Фессалия тут что-то носит со своим воителем. Так, сын у нас вырос. Отлично. Денег принесли. В Аквитании налоги, говорит, исчезли. Так, пираты. Ну все, все до полного счастья. Так, ладно, давайте сразу тогда с Брудигалой разбираться. Что у меня там? 5 отрядов. А здесь у тебя что? 1. У меня 10. Наемников нету. Так, а ну-ка иди сюда. Вот так тоже на изи, да, возьмем. Давай. Тяжелое, но все-таки. Как этого пришлепнем, интересно, нет? Забрать обратно. Выжил. Выжил, зараза. Так, а я достану его, нет? Да, достану. Тоже через авторасчет. Готов. Так. Ну, по идее, все, с разбойниками должны будем разобраться. У меня тут золотишко строилось, да? А мне тут все позбивали этим восстанием. Прям по-жесткому. И все получается. У наших сепаратюк остается одно последнее поселение. Кстати, атрибаты. Вы там что опять начали-то исполнять? Мне сейчас вообще вот не до вас. Давай, 2400, нет, 2800 и разойдемся. Сойдет. Живи пока. Так. Ну вот уже поинтереснее. Так, легионы. Давай-ка сюда на переправу. Плюс 4 общественный порядок. Пока что. Так. Надо, чтобы вот этот потом, если что, сходу достал, да? Так, а ты докуда добегаешь? А, я тебя понял. Давай сюда встанем. Минус 3 общественный порядок. Так, давайте ставим золото. Ставим вот эту хрень. И ставим... А, не, не ставим, погоди. Я ж там семьей хотел заняться. Так, ну этих пока забиваем. Все равно под защитой. Так, ты вышла замуж. Так, вот это я уберу, чтобы мне это самое не мешало. Так, вот ты... Вали тогда Боспорское царство. Так, ты пойдешь у меня к Иценам. Ты пойдешь к Оледу. Подожди, что я не пойму? Что она не отправляется-то? Отправилась? Во. Так, этот тоже отправлен. Так, больше не... А вот еще у нас товарищ вырос. Может игры устроить в Аквитании, к примеру. Чего у тебя там не хватает? Вот этого бы женить уже пора, да? Так, этот только вырос у нас еще. Кстати, где мой этот диктатор-то? Вот он, да? Так, наследником можно объявить кого-нибудь. Тебе сколько лет там? 20, да?
А нет, стоимость харизмы. Самый молодой Делнос. Вот он. Давай. Будешь наследником, подольше проживешь. Потом тебя в легион еще пихну. Так, выдвинулись здесь. Здесь ждем, продолжаем атаку геликов. Здесь как дела? Так, ты у меня восстановился же, да? Коней возьми, он еще до кучи. 11 отрядов. У тебя что там? 8. Что-то я, похоже, не шатну. Да, не шатну. Даже руками сражаться надо, что-то уже уже лень в этой серии руками сражаться. Так, отходи назад. Так, подожди, денег нет, но мы держимся. Что по наему-то у нас? Ни хрена у нас интересного нету. Так. Что ж придумать-то? Какого интересного? Так, давай сюда выдвигайся. Здесь нас вроде никто не прессует. И элитный наш легион доходит до Герговии. Давай быстрее. Так, и по идее на этом ходу все. Потом ждем, готовимся к атаке на геликов, если что. Кто мне тут, кстати, круче, то ты или ты? Так, давай. А еще сделаешь. Отдашь все войска сюда. Сам, наверное, пока распустишься. Блин, я опять забыл про этих чуваков, которые вот здесь тусуются, да? Надо тогда что-то отменять. Сейчас возьмем кого-нибудь своего. Восстановим наследие. Так, а как у нас там этого чувака-то звали? Погоди. Молодого озорного. Приканин. Приканин. Так, приканин. Где ты есть там у меня? Ты кто? А вот он и есть как раз. Восстановить наследие. Легион. Вставай сюда. Бери наемников элитных. Своих пару отрядов. Все, ждем атаку, если что. Так, ну и все, на этом ходу все. 4200 у меня тогда получается еще остается. Где чего воткнуть? Могу ли я где-нибудь еще поселение улучшить? Давайте пробежимся, посмотрим. Так, вот, пожалуйста, да? По норм все-таки я улучшу тогда. 1300 остается. Вот здесь тогда вигилов улучшим. Так, ну и все, по сути, на этом ходу. Да и, наверное, в этой серии. В общем, ход я уже за кадром сдам. Там, если, как всегда, будут события, то включусь. Если нет, то постепенно, помаленьку готовимся к решающей битве с сепаратистами, друзья мои. Такие вот дела. В общем, пишите комментарии, как считаете, что делать дальше, в какую сторону ломиться. Ну, по идее, конечно, надо Испанию добивать. Но там посмотрим, может, еще у кого какие-то прикольные идеи есть. В какую сторону нам ломануться и что сделать. С Карфагеном тоже нам надо будет доразбираться обязательно. Я думаю, так просто они нам последних две войны не простят. Будет жесткая война. Посмотрим, как тут с лузитанами еще пойдет. Тут восстань. Короче, жопа пока у нас еще полная, если честно. Со всех сторон пытаются нас прессовать, но вроде как держимся и даже расширяемся. В общем, жду ваших комментариев. Ставьте свои царские лайки. Если кому интересен канал вообще мод и Рим 2, то подписывайтесь. Буду всех рад видеть. Ну и с вами, друзья мои, был Консул. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.